Вводишь, а Грон на боссе сбрасывается. Я его просто сорву, когда трэш буду ловить. А что, я не перетаунчу, да? Буду спать, что ли? Знаю. Ну, пусть она знает. На боссе посмотрит сейчас. Ну ладно, да. То, что он не таунчится. По-моему, он не таунчится, кстати. Но это не точно. Это чек. Сейчас прочекаем. Виби. Узер тотем очищения. Забыл. Какая-то на болезни таких. Короче, ну я не знаю, я, наверное, ванхолика там хоть лужа чаще кидается. Я не знаю, что мне с трэшем делать. Потому что 4 моба это, ну, на туре дофига. Троих-то я удержу, а один по-любому. А этот, как его? Сомалийский в танк. Обмен, давайте быстрее, у кого нет сопротов. Обмен, печеньки дали, бегом. Чё сидим, блядь, сиси мне умно. 12 минут, не 12. Дали, получили. Кончился, пропили. 74к хватит, интересно. Должно. Ну, хорошо. Хватит. Главное, сомалийский здесь мастаунтом своим, не за агрибус. Понял. Давай, 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 быстрей. Еще нужны кому-то сопроты? Лица на все получили. Баф отдали. Чек на готовность. Все готовы, сопроты пропили, если кончились. Отчет на пол. Так, гробница. Какие на тебе стаки есть, Алиса? На гидрос. На 4 стаках переходишь. Ренжу наберите. РДД хилы набрали ренжу. Надо и тотемы, блин, все говно убирать в это. Не, нормально. Сколько стак? 1? 3 вроде. 3? На 4 переводишь. Переводи. Так, е давай, забирай. На пол. Играем по трэшу, Геру дали. Все на Алису идет. Дайте ей прожимки. Нафиг ты труп взрываешь, Алиса? Огромно, блядь, нормально. Нормально, да, этот, как его, сомалийский, дай ей по ней каплю. Сомалийский таунтишь постоянно одного моба какого-то. Точечным только. Да, с нее забираешь, чтоб не били. Сколько стаков? Это в 3-4 там не показано стаки, там просто процент увеличил. Да, сейчас 100%.
вроде надо переводить. 100% переводил. На шредере какая-то хуйня. Нормально. Трэш, ловим. Три. При переводке стопните дымак проще. Иначе просто будете сдыхать. Одного просто... забирай. Так, ледяной гробнице. А уешьте мобов. Посос, есть тиннер? Заливай по мне. Шерпистол на ману. Блять, 12. Я забрал. А, он не забирается, сколько. Так, это на знаке на 100. Дима, забирай. Лопатсос, Рецей и Винар, Моса, Рецей, царя обезьян. Алиса, только не сразу забирай. Пробафали Алису. Да, сразу не заберу. Точечно, босс не там. Микстур колёк. Алиса, набирай как можешь. Бафните её, каску ей. Трэш залил. Тём, ну смотри. Иван. Босса лучше я тогда на меня на пул. А трэш... Да ну, нормально. Спекнись просто в Блада. Да, да, сейчас так и сделаем. Спекнись Влада, чтобы поддавать ей прожимки. Тут все это. Да я в Владе даю. Как его, ребят? Дальше. Смотрите, вам надо, блять, залить трэш, потому что трэш будет хуярить. Нам, при знак, как вешается знак гидроса или знак порчи, он увеличивает, блять, дымаг. Сейчас подожди, Тём, быстро, когда я резну, быстро все отходим, потому что элементали снова пошли. И валим, валим, валим. Отходим, 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 отходим. Давайте, давайте. Они что, резаются каждый раз? А, ну, Маликет. Каждый раз, когда... Маликет, это... давай в этого. Давай. Как его? В хила. Что, блядь, один я здесь справляюсь. Соответственно, будем Алису хилить в два. Сомалийский. Давай в этого. Или, не, останься в танке. ДПС хватало, там 49%. Босса. Ребят, главное, дайте сначала, когда его переводят, дайте его поставить, стопнить ДПС. Потому что появится, во-первых, трэш. Трэш мы успеем залить. ДПС у нас нормально, ДПС у нас нормально. То есть дайте схлорить танком, чтобы вас не убило. И этот, как его, дайте поставить босса, иначе просто танка нахуй шотит. Ну просто стопайте, когда переводит, просто стопнули все ДПС, да и все. По мобам берите. А там две на Эвинар давай и как и захиливаем. Там их оф танков особо не шотают. Слышишь? Главное Эвинар. Давай. И перебежка. Первый кто-то один дает прожимку из нас. Вторая перебежка, вторая, потому что откатиться она не успевает. Две минуты КД у меня. Да, да. Там на. Нет, надо смотреть на трэша. Не при перебежке. При перебежке нормально. Когда она трэш заливает, это забирает, тогда хуёво начинается. Турбо сильно не подходи. Стой там. Подходим все. На элементаля опять сливать. Поэтов убирайте там, чтоб слева от вас не бежали. Сейчас следующий выйдет. Агрим. Бьем. Давай. Били фастом. Второго цепанули. Этого главного убейте. Все, отлично. Этого добили. Ну, босс изейший, конечно. Он-то изейший, но танков он шотит пизданно.
Это уже... Давайте это, бычьи голову тоже в ДЦ, я лучше танков в нем хил. А по рейду вообще шел урон, что-то я не заметил. Да, минимальный там был. Большой. Там чисто танков бьет. Ну, я не знаю, смысл ли есть тут от сапротов, потому что я без сапрота меня вообще не пробивал. Все равно хуй под сапротами. А тут есть другие фазы? Нет, только две. Трэш вы можете уешить. Когда Алиса этот, взрывает труп, вы по трэшу считайте, уже не сорвете агро. Здесь понятно. То есть дайте сначала поставить, дайте набрать где-то 5 секунд агро. Другие офф-танки, соответственно, забирают с нее по одному мобу, чтобы ее меньше дамажило. Остальное в момент вы можете уешить спокойно. А у Ханта же есть аура от яда вроде. Забирайте все, я... Сейчас воля откатится. Рыбу. А, да, рыбу. Чулан ставил уже. Ничего. Там весь трэш на лесу идет из-за взрывов, нахуй. Они там хуй заберут там. Я забирал. Я отдаю два взрыва и потом стою драчу, потому что босса точно не сорвут. Стопните флот, пожалуйста. Да, дайте сначала, главное поставить трэш, то есть дайте нагреть секунд 5. И потом заливайте с него АУЕ. На второй фазе что-то меняется или то же самое? Тут нету второй фазы. Нету второй фазы. Вот такого фаза чистого, фаза грязного. Грязная — это фаза яда. Чистый — фаза льда. Чек на готовность. Чулан, смотри. Она за когда два взрыва дает, то есть нагрела боссов, и нагрелся трэш на нее, можешь АУЕ давать? Можете нормально сказать, как бить его. Приоритет. Приоритет, трэш. Босс, а когда вышел трэш, сначала... Сука, нахуй мне этот босс? Трэш чем бить, блять, Алиса, не тупи. АУЕшь. Значит, спек меняй, все. Могли сразу сказать, а? Ну так я ж тебе говорил, АУЕшь. Раз 20 спросил. Все чудо. Блядь. Шарпи, да потому что за вот этим галдежом ебаным. О, ебать, давай я потанчу. Нет, я сорву. Не слышно. Чек на готовность. Все что готовы? Да, давай ассесси. Ассесс на вина, киньте. Угу. Кинешь, короче, ассесс на вина. Чё-то на пол. Я понял. Куда вы, блядь, подходите? Куда вы подходите, блядь, слова атаки еще не было. На чистом главное хилы РДД, наберите рейндж, потому что кидает в гробницу всех в этот, вблизи. На кого он кидает его? Бузер, переставь тотемы ближе к РДДшникам, до нас не достает. Сколько? 50%. 50, сейчас это будет. Там он пишет медвейм, дебэм. Переводи. Стоп, Тали, пока. Меня все застанило. Забери. А как? Забрали трэш. Ауешим.
Трэш, да уешьте. Повела. Стопнули. Забирай. Трэш, забрали. Где ты его держишь, Алиса? Алло. Блять, вам сказано, сука, стопать ДПС, блять. Сорвали агро, он перешел на другую платформу. Вызвался опять трэш. Легли! Падаем. Отходим от босса, падаем. Русским языком, сука, сказал. Простите, пришел. А сейчас на повелителя пришел, я вам говорил. Да. Ну, нас там было. Просто придет? Он написал, хил нужен, говорю, да. Где он? Я не вижу. Он на кресте. Просто вышел из игрового мира. Давай, пусть заходит. Просто зашел. Угу, вижу. Тотемы, тотемы. Тотемы. Бойзер, убирай тотемы. Убейте это. Лрея прохил. На полная Лрея. Хари в аду. Я всегда говорил, что роги это лучшие там. Секунда до масреса, давай. Я дам. Кстати, он нихуя не восприимчив ко льду, и, по крайней мере, ЛП по нему похож. Встали, отошли. Рыба стоит, кушаем. Виби шкаф. А с рукавов ДД? Да, вроде. Да, он хил. Войт, все очень просто. Если он стоит на том платформе, где он там есть, это чистая фаза, он... Там надо сбрасывать 100% дамаг. Там. Когда уводится на другую платформу, там появляется второй трэш, это вторая, и уже вторые стаки идут на 100%. То есть первые сбрасываются, насколько я понял. Как только он сходит с платформы, он вызывает трэш. Переходит как в другую форму. Да, как он заводится опять на платформу, соответственно, он вызывает трэш. Ребят, для этого я вам говорю, сука, стопайте свой ДПС. Потому что он при каждой переходке на платформу с платформы сбрасывает свое агро. В этот момент, ребят, на пул, когда трэш вышел, дали один по танкам, остальные на пулы, сука, оставляете на эту переходку. Как только перевелся, сразу же на пул вались. Чтобы босс, не, блядь, не шароебился на... Засумонили? Просто тут? Да, он тут. Да, спекайся в ДДС, он по хилику. Сейчас посмотрим. Будем справляться. 4. Идем сюда, к печеньке. Тащи. Влились.
Следующего тащи. Влились. Еще один будет. Не буду. Не. Сука, теперь волю ждать минуту, нахуй, ёбаный. Да, тут ДПС не нужен, тут соблюдение тактики надо. А какая нахуй тактика? Два действия, пиздец. Стопнуть ДПС, для вас одно действие. И не лезьте вперед, пожалуйста. Нахуй. До времени, когда напишем слово «атака», блядь, без цифр. Кто-то что, кто-то что ли спулил или как? Да, Рога подошел какой-то. Вперед на готовность. Близко не подходим, блядь. Танк побежал, тогда только идете, ёпта. Пиздобол ты, мастер. Не пиздобол. На 30 секунд диспулили. Посмотришь видео. Спроси, ты погоди. На тебе пласточку. На сопротик на всякий случай. И моноход. Вон, пана, почитайте, что пиздобол заплодился. Но... Ренджу набрали, РДД хилы. Он, получается, на одну цель, да, кидает? На одну цель, если вблизи... Если рядом нет этот, никого, да. Я понял. Надо тогда от танка отходить. Не надо. На 50%. Но ты вил ее заморозил этим? Просто миликом отойти и все. Это ее только одну заморозил, танка тоже кидает. Я скажу, когда отойти. Да, она может и в танка кинуть. Дим. А, ну, в принципе, да, это. Танку надо просто, когда он 100% уводит, надо всем стоять на месте, блядь, не бежать за боссом. Справа отошли от босса. Чулан, уйди. 100%. Переводи. Стопнули ДПС. Трэш. Заберите с хилов. Костя встал. Пробафали просто быстро. Геру дали. Да хорошо, блять. Ну вы ж вливайтесь, пока мы не дали ни лужи, ни хера. Это хил упал. Потому что я таунты на двоих уже. На одного таунт, на второго там ЛП накидывал. Заранее бомб, все. Угу. Алиса, далеко у босса можешь не войти. Вспомнить ты по хилботу на каком этом, блядь. 50%. Главное на платформу. Когда она платформу будет вести, нахуй, не идите за ней. Стойте тут, где были. Нет. Лучше, блядь, пусть идут на платформу. 100%. Топнули ДПС. Топните, отлично. Забирайте трэш. Ренджу набрали. Вот посол, да, Инер? Сейчас пистол в этот, гимноману. АОЕ идет по мобам? Да. АОЕшьте мобов. Быстрее по мобам сыграли, уже сейчас 100% через 3 секунды будут, блядь. Переводи. Переводи. Стопнули. Собрали трэш. Заберите, шупакабры. Мастера Лагро. ШВ своего дал.
Кристиэль Гимномано. А уешим быстрее. Переводи. Стопнули ДПС. Забирай. Дима, забирай. Забирай, забирай. Лопасос, Берни. Пробафали Винар, быстро. Мох ушел. Оглушку. Ага, заберете. Царь, гимн на ману. Лиса, забирай мобов. Опасов, просит, у тебя по мане как? 6к. Попросите кинешь. 100% 2 секунды. Переводи. Забрали трэш. Царь, гимн на ману пел, да? Бычий голову. Кстати, не на бомжей агрить? Не знаю. Трэш, трэш, трэш. Трэш, заберите. Там за турбу есть. 50 тоже. Сто процентов сейчас будет. Переводи. Дал. Я самолист. Забрали трэш. Алиса, дай бомжей. Не идут там. Пошли вроде. Мосса, у тебя по мане нормально? Сейчас ты свою прожимку. Залей по мне ванну, если нормально. Давай. Гимны на ману откатились у престов. Две минуты. Спят на мороз. Отлично, переводи. Давай, агро, агро, агро. Бузер опять команда. Смолиски, не таунти с меня. Есть. Три секунды. Стоп, дамаг. Стопнули. Давай, давай, переводи. Есть гимн у кого-то? Гимн дамана есть? 10 секунд. Сразу давай. Минута 40 у вас. Гера была, не? Да. Дал гимн. А уешим трэш быстрее.
Мы на следующей фазе тупо в босс. Да. Да, надо. Это трэш, залейте. 100% готовься. 4 секунды. 3. Трэш, поймали. Лиса, забери босса. Гимн на ману есть у кого? Пойте. Тупо в босса играете. Чисто в босса, все играют, чисто в босса. Дал прожимку. Сомалийский, давай тоже прожимку. Отдал. Красавчики. О, левая рука нихуя себе. Хорош. Левая рука только рубит. Виби, походу, да? Хоть что-то дождался. Ты а чё? У него и так перекап меткости. Еще будет больше. Лечо. Ну не у него лучше, чем сейчас стоит. Вот это будет. И ему. Лечи такие. Сколько тут? 6 боссов, да? Ну это самый сложный босс. Ты хочешь за фул забрать? В смысле, в этом ты имеешь в виду данжен самый сложный пока мест? Ну это да, это 10. Все тут. Неужели ты сделал с двуручкой билки? Погоди, но... Разница 0, да. Но... Левая рука. Фиби, бери, она на демона в любом случае. Прыгайте. Подпрыгиваем. Что, скрытня? Или большую? Да. Идем, рыбалку. Ждем. Не, Виби, если тебе не надо, могу я забрать. Забирай. Ничего страшного, не застал. За полтинник тебе дам. Снял. Сука, один раз босса потравил, уже все понял. Ну да, лучше мастер. Кто там, блядь, рыбачит нахуй? Сейчас о, нахуй энхо, отхуярю, блядь. Войс по любасу нас. Рыболов латентный. Бешенка, блядь. А, у вас третий час, иду чулан, секунду. Беги, малыш. Плыви. Швейзер. Давай. Хорош, побежал. Все, спасибо, Мишка. Ему идти, да? Слышь, педрила, кто-то там латентный. Слышь, педрила, кто там латентный, еще раз скажи.
Не, правильно. Смотри, рыба есть, надо постоянно просто прыгать. Да, не надо, на них там вообще, блядь, вакханал плавал, нахуй, не было рыбы. Вышли нахуй с этого, блядь, смотри. Третьего. Там посмотрим, какой у него рейндж, фрейм босса, соответственно, можете вы со спины этот расхуяривать или нет. Самое главное, следим за гейзерами, то есть хилы РДД в рейндже, стоите друг от друга, милишники, соответственно, под жопой босса. Далее. Алиса, танчишь в трусах. Дальше, когда он исчезнет, твоя задача, то есть, соответственно, как и Микстуркина, собирать трэш. Трэш собрали, милишники бьете, который на вот этом куде. А форме. Куда его собирать? Да ты можешь ваш трусы собрать, вообще похуй. Собираете в кучку. Собрали в кучку, главное ты скрытно танчишь вот тут. Здесь понятно. Далее, РДД. Смотрите, если стоит с какой-то платформы, соответственно, РДД моб будет. Когда он, короче, нырнет, босс исчезнет. Соответственно, будет появляться трэш. Трэш, я не знаю, откуда появляется. Или с этих платформ, или может отсюда нахуй где-то появиться. Но, скорее всего, будет появляться с платформ. Трэш будет милишный, трэш будет РДДшный. РДДшный, соответственно, хуярит на, как в ЦЛК, как идем на Валю, залпом стрел. То есть, ребят, РДД, приоритет, если РДДшного моба не затянули сюда на круг, соответственно, как его, тянете, точнее, не тянете, а убиваете его, их в приоритете. Надеюсь, понятно. Дальше, милишники, соответственно, как его, если есть и для остальных РДД хилов, если есть милишный моб или РДДшный моб в мили-зоне вот на этом кругу, соответственно, перед рожей их не стоите. Иначе вас просто шотнет, потому что милишные мобы кривые. Тактики это все. И, кстати, на Вайше он не нужен. Кто? Этот босс. РДДшных мобов как заливаем? По кругу или каждый бьет свой? Ну смотри, Алиса, где вот ромбик, если появится РДД моб, ты его цепляешь. Если на кресте, на ромбике не появился, соответственно, цепляешь на кресте. Дим, твой квадрат, соответственно, квадрат не появился, тянешь на кресте. Чё, Вига? Ну, чего, давай быстрей. Да не надо ей вали... Вот, блядь, вот здесь вот на краешке встанет, откинет, зайдет опять. Ну, или спустишься вот так вот чуть-чуть. Вот так. Вот. Ну, когда босс активируется... Так, ДД здесь фласки пропили. ДД фласки должны у вас быть. Рыбу поставил. Рыбу кушай. Бафы дали. На платформы вам не надо нахуй. Никакие, блядь, на этом кружку. СС, СС по моси дай. Так, сколько я там давал? 4500. Слышь, педрила, кто там латентный, ну-ка, объясни-ка. Алло. Чё, блядь, голос пропал или чё? Войду, больше везло, блядь. Все, агри. Агри, Алис, быстрее. Лопасос, подними шарпистола. Слышь, псина, ты какого хера меня перекидываешь? Так, ближе к платформе подошли. Милишники, прыгаем. Ближе к краю.
Мастер, как ты умер? Загрел? Загрел! Алиса, спустись вниз. Как вода мне водомет. Честно просрать, если у меня косарик про ям. Знаю, водомет. О, ебать. Ну, я тебе говорил. Прыгаем, бегаем. Да, легло много. Давай попробуем так. Сейчас я в этот столб встану. Я вспомнил, что мы его когда-то так убивали, пусть крутится. Давайте хоть посмотреть, когда трэш будет, что будет-то вообще. 64 ляма мало. А у него персы нет. А может здесь оно не прописано? Собрали трэш. Два милика, да, вылазит, я так понял. Угу. Остальные РДДшники. На квадрате вылезло два мапа. РДД на кресте. Быстрее, заливайте трэш. Моса, уйди, милики, тот кливает. Моса, так. Блин, я еще поставил. Лиса, подводи меня. Под дуге, бьёт. Забирай их двоих. Хуй знает, как он бьет, стоял за спиной, блядь. Надо трэш, давай. Ну смотрите, в столбах стоишь, босс не отбрасывает. По крайней мере, когда вот этот. Ну, сейчас сами стоим с хоббита. Ладно. Надо, я встал на платформе так, что меня не скидывает с нее до конца. Вот и все. Ну сейчас можно покажу. Вообще вот. Не улетать. Водомет. Сейчас проверю водомет. Стою тоже с хоббитом. Ну, все, отлегли и стоп-хил. Пор, встаньте, он ваншотает сразу же перед лицом. Встаньте прям. Тём, ну не отбрасывает, ну блин, бьет. Что-то не ваншотал. Я сдох мгновенно. Прям в упор стоял у него. Будем бегать. Еще два моба на квадрате, да? Но они не стреляют далеко, типа. Вообще-то стреляют. Да это там зальем эту хуйню. Блять, кто перебрасывает царя? Кто царя перекидывает, нахуй? Сейчас всем админки поснимаю. Ой, давай, ты балуешь? Снимай. Нахуй ты его перебрасывай. Ой, чё за хуйня? Я ему говорю, задал вопрос, а он молчит. Потом... Какой ты мне вопрос задал? Ты мне... Помолчи немного. Так. Царь, успокойся, вой, завязывай. В смысле? Ну ты видишь, это опять его проявление. Я поговорю с ним, вы не должны это слушать. Он возомнил просто. Слышь, пёс, ты тут? Слышь, ты за углом пасышь, ну-ка, понял? Ты чё, тебе пояснить? Чё тебе пояснить? Ну давай, чё тебе пояснить? Поясните. Расскажи мне, кто там латент? Давай. Не ты ли латент? В смысле латентный? В смысле латентный? Как... Чё, ты вообще о чём говоришь? Ты вообще о чём говоришь? Ты адекватный, нет? Поясни за свой разговор, кто латентный и за кто какой? Хуйню несёт. За какой? Ты мне можешь объяснить, чё ты от меня хочешь? Ты хуеплёт чё-то против меня имеешь или нет? Да, имею, ты злоупотребляешь своими полномочиями. Ты говна кусок. Что тебе ещё сказать? Ты черт по жизни или чё? Ты черт, я думаю, по жизни. Вот только что ты меня кикнул, блин,
с Дискорда, ты понимаешь, что ты конченый просто! Просто конченый! Господи, все, у меня нету больше желания. Там со всех сторон появляются трэш на всех трех платформах. Смотри, момент, когда он водометом стрелял, я нырнул в центр воды, и меня просто даже не зацепило. Вот, да-да-да, смотрю сам. Может просто в центр насквозь проплыть на другую сторону, если не успеваете бегать. Я не пойму, как игро, сука, срывается, блядь. Че, не бейте их, не бейте, не бейте, бля, не бейте. Давайте бьете, ачивку сделаем. Тут ачивка есть. 40 штук. Да мне похуй на эту ачивку, понимаете? Нет. Вы, блядь, просто тянете, сука, ебаное время. Вы сюда, блядь, для ачивок пришли? Или нахуй убить всех боссов?